Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на планшете Arches Access 101 проверить IMEI-код и серийный номер. Для начала мы переходим в меню и входим в настройки. Здесь мы листаем в самый низ и видим подпункт о планшете, нажимаем сюда. Далее нажимаем «Общая информация». И здесь мы можем увидеть серийный номер. А IMEI-код мы просто нажимаем на данные IMEI-кода и видим все IMEI, которые присутствуют на этом планшете. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!